Индивидуальных предпринимателей, юристов и бухгалтеров больших и малых коммерческих предприятий пригласили в администрацию Химок на заседание 3 в 2022 году комиссии по мобилизации доходов. 119 организаций, работающих в Химках, задолжали в бюджеты всех уровней 268 миллионов рублей. Задача комиссии – выяснить причины долгов и урегулировать проблемы в досудебном порядке. По одному договору вы заключили доп. Соглашение, а там вот где у вас долг, в общем-то, по которому мы вас пригласили, 2 миллиона 900, никаких документов вы в администрацию не представили. Благодаря работе комиссии за первый месяц нового года предприниматели погасили задолженность более 8 миллионов рублей. А по итогам 2021 года должники направили в консолидированный бюджет Московской области 777 миллионов рублей. В том числе 452 миллиона рублей в бюджет городского округа Химки.